Да, конечно. Что это будет, из старенького или из последнего? Это будет песня, она, можно сказать, старенькая, но мы ее раньше исполняли редко. Вот сейчас мы ее отрепетировали, потому что многие песни незаслуженно были забыты. Так что такая, она в ней есть, мало того, что в ней есть чисто народное хулиганство, в ней есть еще проглядывает скрытое панковское, манговское мурло у нас. Мурлишка. Мурлишка, да, панковская. Ну что ж, фокус-покус, подарок для всех наших радиослушателей. Ой-ой-ой. Эта песня вообще, по-моему, гимн человеческого существования. Да. И просто сопротивление, кажется, всей жизни.